Теперь нарушители далеко не уйдут. Участковые и сотрудники госавтоинспекции будут реагировать еще оперативней. Глава региона Дмитрий Азаров вручил самарским блюстителям закона 65 новых автомобилей «Лада Гранта» и «Шкода». Самая оперативная служба – это служба охраны безопасности. Недаром вас часто называют оперативниками. Я уверен, что эти новые автомобили станут вам настоящими помощниками в вашей работе по обеспечению безопасности и правопорядка. Новые машины скоростные и мощные, что важно российской сборке. Очень имеют хорошие характеристики. Это двигатель 1,8, 180 лошадиных сил, то есть очень хорошие динамические характеристики. Там 100 километров, вот автомобиль развивает скорость за 7 секунд. Получив автомобиль, участковый практически оперативно реагирует на все происшествия и случаи. И, естественно, чем быстрее мы оперативно реагируем, тем быстрее мы помогаем нашим жителям Самарской области. Семиступенчатая коробка передач, максимальная скорость 230 км в час. Ну, как правило, сейчас многие вот нарушители ездят на хороших, уже дорогих машинах. И с этой целью нам представляют уже более усовершенствованные машины, чтобы была возможность как-то пресекать правонарушителей, которые нарушают закон. К машинам прилагается специальный комплект – спецодежда, прибор фиксации скорости, видеорегистратор, а также набор для оказания первой медицинской помощи. Новые автомобили отправятся нести службу во все районы Самарской области.